Доброго всем дня. Прекрасная погода. Хороший объект. Продается вилла. Где-то 300 метров квадратных. 298 метров квадратных. 300, в общем. А вилла свежая, ей всего 14 лет. Никаких ремонтных работ не надо. Начнем мы, как всегда, с воздушной щели, которая здесь присутствует, и которая говорит о том, что дом сделан хорошо и всегда он сухой, потому что не прилегает к земле. Солнышко, конечно, к нам в глаз светит, но как-то так. Вид на море. Общая площадь земельного участка 15 соток. Сейчас вам покажу место, где можно будет сделать бассейн. Вот здесь вот можно разбить бассейн, зону для отдыха. Хотя, конечно, планировался, где сейчас машины стоят, гараж, он планировался здесь вот, наверху быть должен был бы, но они сделали гараж. Очень уединенная зона. И тихая. Сюда я заезжал на больших машинах, приезжал, дорога удобная. И место есть для маневров. Вот здесь у нас должен был быть бассейн. Вот так. Земельный участок. Здесь у них небольшой огород. Это у нас вход. Хорошо сделана вилла, очень хорошо. А цена 1 300 000, торг, я думаю, 1100 мы отторгуем. И за 1 200 000 такая вилла очень хорошо стоит. Метраж, местоположение. Это у нас кухня. Кухню оставляют. Здесь технические помещения, постирочная, кладовка большая. Здесь я вам показывал воздушную щель. Здесь кладовка. Здесь небольшой бардачок, но здесь зал. Можно использовать как спальную комнату, на ваше усмотрение. Очень тихое место. Ну и как всегда, я всегда, это Лигурия у нас, да? Как всегда, здесь
есть некоторые моменты с дорогой. То есть здесь где-то метров 100 узкая дорога. Ну и соседей у вас здесь не очень много. Есть где разъехаться. Второй этаж. Спальные зоны. Как вы видите, материалы, которые использовались при строительстве, очень хорошие. Большая спальная комната с выходом на террасу. Большая спальная комната, тоже с выходом на террасу, видом на море. Здесь два входа. Этот вход, например, используется, когда вы приезжаете, ставите машину в гараж. И внизу, где мы начинали наше видео, можно там тоже на парковке оставлять машину. Здесь встроенные шкафы. Ванная комната, лампочка Ильича, третья спальная комната с выходом на террасу, индивидуальное отопление. Так, и мансардная часть, мансардный этаж. Здесь тоже спальная комната. Ванная комната с душевой кабиной. И выход на террасу. Запрос 1 миллион 300 тысяч. Устроим торг.